Клоупи, вы на новом канале Железное Сердце, и мы продолжаем прохождение Лимба без смертей. Вот здесь мы приночевали на буковках. Отдохнули, елки-палки. Да, хорошо мы отдохнули, хорошо, что мы там не рыбались. Мы просто стояли на буковке. А то бы нам было печально, все это закончилось бы. Все дальше мы идем, все опаснее становится мир. Что-то им не как-то страшно. Давай, а что делать? Спускаемся. Ёлки. Это стекло. Мы идем по стеклу. Ой. Оно не армировано, туда можно запросто было бы упасть. Скатиться, и туда, оттуда уже мы вряд ли поднимемся. Почему такая лесенка интересная? Да уж, я всякое видел, но такое чудо первый раз. Надо все-таки, видать, разбить это окно. У нас веса не хватает, поэтому сейчас попробуем. Ага. Так не получится. Так. Как получится, я думаю. Опа! Опа! Ёлки-палки. Какая-то веревочка. Ой, куда-то нас спускают. Да. Замечательно. Там еще и черви лазят. Для пущего нам развлечения называется. Вам червячка на головочку. Ёлки-палки. Га себе. Кто бы мог подумать, что здесь вот такая хрень будет, а? Там веревочка какая-то. Так, может, мы что-нибудь можем притащить сюда? Абсолютно ничего не можем взять. Да, ну чё, пойдем червячка хавать, чё ж делать. Может, это нам даст шанс ходить по голове, по стенам. Да, хорошо, что мы сходили, все это дело разведывали там. Мы даже пробежимся, чё нам. Нам построить. Так и чё? Ох, ё-моё, нас назад отправили. Тут, оказывается, свет. Вот это да. Так, ну тут мы уже были. Тут ничего интересного вроде нет. А вот что будет дальше, это надо разведать. Рычажок. Нет, просто палка. Тут тоже свет. Нас опять развернет, да? Или нет? Это, по-моему, пропасть какая-то. Нет, еще идем. Идем, пока что идем. Ой-ой, тут прыгать надо. Тут опять прыгать придется. Есть. Прыжок. Кнопка какая-то. Нас либо прищемит ящиком, либо вот этой штукой попилит.
Так, отлично. Мы еще живем. Вот они. Забирайте. Ух, отлично, схавали они. Так, что ж нам теперь делать-то? Явно нам не вниз надо. Вниз пойдем, расшибемся. Прям чувствую. Опа, убегай. Может, мы это можем вырубить? А, кнопка провалилась. Что ж, идем. Как следует раскачать это бревнышко. Получится, мальчик. Давай, давай, давай. Оп, молодец, красавчик. Так, вот это что за хрень? Вот уже кататься. Так. Посильнее, а? Оба! Красавела. Так, что ж тут можем мы сделать? Ты можешь это зацепить? Не может. Косячок. Так, тут какие-то кнопки. О! Блин, куда уехала? Во как надо. Все, кажись, понял. Кажется, я понял. Так, нажимаем. Вниз. Тащи! О! Зачем мне эта штука тут нужна? Я что-то пока не знаю. Видимо, надо. Мне надо вон туда на веревочку, видимо. Пробраться. Блин, я ничего не помню. Я когда-то здесь уже был и что-то делал даже. Есть рычаг. Надо вот сюда веревочку, видимо. Не, да? И чё? Оба! Чё там уронили? Так, нам надо назад прыгнуть.
Ох, елки-палки, куда мы залезли-то? Мы яичко себе нашли. А, во какая штука тут есть. Есть ящичек, а мы что-то его не заметили сразу. Надо было до конца пробежать, столько времени потеряли там. Вот так вот. Сейчас попробуем поднять его наверх. Ящичек мы подняли. Так, теперь попробуем опустить эту штуку и сбросим ящик сверху. Да? Что это нам даст? Вот хрен, что оно нам даст. Блин! Елки-палки. Так, все, я понял, зачем эта штука нам нужна. Чтобы мы могли ящик протащить. Да цепляй ты, елки-палки. Да что ты это за человек-то такой, а? Теперь мы можем спокойненько свой ящик протолкать дальше. До вот этой самой веревочки. Да. Включаем рычажок назад. Все, мы куда-то поехали. Тут уже можно начинать раскачиваться, чтобы прыгнуть. Оба, еще бы чуть-чуть мы могли долететь. Так, пока не будем наступать. Ого, тут какая штука. Черт, она ж поедет. Назад спасения у нас уже нету, да? Так, ну чё ж, тут какой-то подвох есть. Давай, получится. Должно получиться. Оба! Ух, это было опасно. Так, интересно, этот шарик назад вернется или можно пойти посмотреть, что там может быть внизу? Да, он возвращается. Мы не посмотрим, что там внизу. Ладно, конечно, мы эту урбанистическую штуку покинули. Ух ты, а куда нас унесло? Одни глаза только видно, а? Кто-то это есть. Ух ты. Кокушка. Свечки горят. И бабочки летают. Кладбище какое-то, что ли? Ну, пойдем. Может, мы что-нибудь там найдем? Мы же там что-то перепрыгивали.
Вот храбрый пацан, а. В темноту, в неизведанную пошел куда-то. Я думал, это можно зацепиться. Нет, оказывается, нельзя. Так. Какой-то звук противный такой. И сюда, муха. Цокотуха. Как-то приманить. Пойдем, может, медленно очень? Медленно, медленно. Ладно. Подкрадываемся. Медленно. Стиком. Так, ну все, поймал! Поймал! Не сбросишь ты меня! Пусти меня, зараза! Блин, я зацепился, я не мог отцепиться от нее, а? Так, муха дрыгается теперь там. Это бутылки ломают. Баночки какие-то. Чужие мозги. Да. Я что-то включил. Так. Это тяжелый ящик, мы его не можем двигать. О, молодец, зацепился. Краусавчик! Кнопочка? Нет. Ну что, нажимаем? Колесико. Вот это я помню, кажись. Нам это колесико надо протащить. Колесиком, я помню, была такая шняга. Все, ждем колесика. Это будет сложновато, конечно. Ну, нам надо это сделать. Колесико. Блин, еще хуже получилось. Я не помню, зачем нам это колесо, но нам его определенно нужно. Посмотреть, докуда мы можем докатывать колесо. Так, можем?
принципе, можем. Так, еще одна попытка. Вот ни хрена не получается. Попробовать его замедлить, щелочку сделать. Я понял, кажись. Вот так вот надо. Оп. Ой, и года не прошло, мы поняли. О. Колесико катись. Все, у нас теперь есть колесико. Я теперь об этом точно знаю. Это колесико мы должны, наверное, на кнопочку поставить, чтобы вытащить себе ящик. А этот ящик нам нужен для того, чтобы мы вот сюда могли куда-то пройти. Ага. Точно. Все, бежим за колесиком. Наверх нам больше лазить не надо. Заставить теперь эту штуковину сбросить наш ящик. Оба! Все получилось. Колесико вовремя как прикатилось, а? Как в сказке просто. Пойдем с вами, там, по-моему, где-то яичко должно быть. Почему-то мне так кажется. Ё-моё. А где яичко-то? Нету яичка. А, вон оно лежит, вон оно. Вот оно, красавица. Так, и кнопка. Волшебная кнопка, я не знаю, что будет делать. Мне определенно нужен ящик. Ящик мы вот тут имеем. Так. Кладем этот ящик себе вот сюда. Так. Не можешь затолкать, да, тяжело. Давай, давай, давай. Не получается. Ну ладно, будем надеяться, ящик этот не расплющит, когда мы сейчас рычажок включим. Это шестеренка, а, пошла какая здоровая. Ага, отлично. Все получается пока что.
по-моему, что-то еще надо тогда. Я так не поднимусь. Пойдем еще что-то искать. Мне этого мало. Чудо. Шкалесик какой-нибудь. А вот еще один ящик есть. Все отлично. Все, уехал ящик. Чуть не придавил, а зараза такая. Где мы еще так покатались? Весело, задорно. Скинет. Главное не убиться. Все. Ой, а что тут пар идет, что ли, какой-то? Надо очень быстро потом бежать. Ну, побежали. Да елки-палки, ну. Пусть она покатается туда-сюда, раскачается как следует. Ни хрена она не раскачается, я чувствую. Попробую самому раскачать. Ай-яй-яй-яй-яй, не получилось, а. Ну, это будет на сегодня точно последнее наше испытание. Потому как утомился я просто уже с нашим героем. Больше не получается раскачаться. Так, давай, езжай туда. Возвращайся. И теперь жди меня. Давай, ко мне. Есть. Ух ты, блин. Мы это сделали. Что мы сделали? Шестеренка. Ух ты. Мир переворачивается. Или это у нас тоже шестеренка? Мы тоже на шестеренке находимся? Упадет что-нибудь на что-нибудь. Так и знал.
задница называется. Надо подготовиться. Что-то присосалась она когда-то. О, если меня не видит, не включается. Если было все так просто. Было бы все очень просто. Ну что ж, дорогие друзья, давайте здесь закончим эту серию. Тут надо еще попотеть как следует. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, продолжение следует. Всем пока! Кто бы мог подумать? Птичка. Стой! Стой, бабочка! Хочет он меня с собой забирать. Пар какой-то идет. Я на улку вышел. Черт! Буквально чуть осталось до нашей любви, мы ее нашли.